Всем доброго времени суток, всем привет. Сегодня у меня очередная посылка. Я так называю. Я для себя опять заказала посылку. Я теперь нашла, где покупать хорошее фермерское мясо. Всегда свежее. Я аж 3 коробочки себе заказала. Очень хорошее мясо. Я уже пробовала, поэтому уверена и вам рекомендую. Вот такое мясо. И что интересно, мясо не замораживается. Цена соответствует качеству. Это 100%. Вот такое мяско. Оно видно, что не замороженное, вы же видите. Вот такие кусочки я буду запекать на котлеты что-то. Вообще, вот это вот можно приготовить. Мясо по-французски, да, Игорь? Вообще шикарно, шикарно, шикарно. Мясо шикарное. Я заказала вот такую коробочку свининки, а еще вот такую коробочку телятину. И самое главное, что вы заплатите потом, когда вам мясо привезут прямо до двери. Заказывайте мясо, если вам что-то не понравилось, вы можете просто отказаться. Это очень огромный плюс, потому что, знаете как, заплатил заранее, потом некуда деваться и забираете. А качество мяса просто отличное. Вот смотрите, это телятинка. Знаете, какое мясо. Все свежее, ребят. Рубится в день отправки. Вот вы заказали мясо, и вам в тот же день нарубили, уложили в коробочку и прислали. Я вам рекомендую это мяско. Да, кстати, по промокоду вам даже в подарок будут копченые ребрышки. Вот так. По какому промокоду? Промокод Галина Кухня, можно сказать, и все. Вот такие ребрышки. Подарят копченые ребрышки? Да, кто закажет мясо, в подарок будут копченые ребра. Очень вкусные. Вот такое мясо. Борщи, супы варить. Вообще шикарно. Запекать, ну просто супер. Вот такие курочки. Ну просто шикарные. Давайте я, наверное, открою. Да, 2,5-3 килограмма. Мощно. Да. Вот такие курочки. Видите, какая красота. Видно, что фермерская. Жирочек вот такой желтенький. Просто супер, ребят. Смотрите, какая шикарная курочка. Вот такая вот коробочка, тут 10-12 килограмм. Смотря какие курочки будут. Также мясо 10-12 килограмм. И свининка тоже 10-12-13 килограмм. Вот этого мне хватит буквально на месяц. Через месяц еще закажу, потому что мясо теперь я нашла, где брать, и не переживаю. Мясо по качеству, можете быть уверены. Мясо проходит сертификацию. Я тоже уверена, уже проверила, и тоже вам гарантирую за качество. На сайте очень большой ассортимент мяса. Также есть изделия колбасные, можете зайти посмотреть. Можете выбрать себе не только свежее мясо, там есть еще и готовое изделие, например, колбасы, копченое мясо, карбонаты всякие. Вы посмотрите обязательно, зайдите, я вам ссылочку оставлю на сайт «Фермерское мясо», чтобы вы долго не искали. Зайдите на сайт, посмотрите. Очень большой выбор, и цены соответствуют качеству. Вы видите, все натуральное, свежее, охлажденное, ничего не перемороженное, не замороженное. То есть вы взяли и не переживайте. А там уже дальше по пакетикам вы уже сами разберете себе в холодильник, что замораживать, а что сразу готовить, это уже вы, хозяйки, сами разберетесь. Ну или хозяин. Да, Ярь? Точно. Сейчас у Яри у меня разберет мясо по пакетикам, да, Ярь? Так, мясо у меня, вот видите, свинина без кости я взяла, а вот телятину я взяла с косточкой, потому что хочу борщи варить, а это вот буду запекать. В общем, на котлетке супер. И ребрышки у меня тут есть даже классно. Можно потушить картошечку с мясом. Курочки теперь буду запекать. Уже брала, заказывала такое мясо, как бы, уже знаю, курочку уже запекала. Ну и так далее, все блюда теперь у меня к новогоднему столу будут именно с фермерского мяса. Так что рекомендую вам сейчас, праздники будут скоро, новогодние, Рождество мы ждем. Заказывайте себе мясо и угощайтесь на здоровье. Важно заботиться о своей семье, о здоровье семьи и о себе позаботиться. Поэтому очень важно, чтобы были продукты качественные, натуральные, без всяких химий, добавок. Скоро будет очень много вкусных мясных рецептов к новогоднему столу. Но я напоминаю, ссылочку на фермерское мясо я оставлю под видео в описании. И не забудьте указать промокод Галина Кухня, вы получите в подарок копченые ребрышки. Вот такую посылку мы сегодня получили. Всем пока-пока!